Сообщаю вам, что я жив и здоров. В настоящее время живу в Польше, недалеко от ее сердца. Живу неплохо, но сейчас началась осень. Часто идут дожди, а теперь уже пошел и снег. Сегодня даже мороз. Природа замечательная, кругом лес весь в снегу. Да ведь здесь особенно грязи-то нет. Здесь песок. Иногда вспомню прошлый год, когда был за Днепром на плацдарме, по нашу сторону Днепра. Вот там уж грязь была невылазная. Сейчас живем по хатам. Пишу письмо, еще 5 часов утра. Печь горит, дров хватает. В общем, ничего. Зимнее мундирование получил уже давно, так что не холодно. Остальное все хорошо. Праздник провел хорошо. Дали выпить по 100 грамм. На этот раз и я выпил. Батя, ты думаешь, что я уже научился курить? Нет, я не курю, хотя табак получаю каждый день, да еще и сухумский. Относительно писем, то дело совсем плохо. Получу письмо раз в месяц, и все. А Танюты совсем не получаю. Бать, ты, дорогой, совсем обошел. Стал болеть. Ты, пожалуйста, уж побереги себя. На этом все. С приветом, ваш сын Сергей. Ну, батя, немного воевать осталось, как сказал товарищ Сталин.